не просто освоили уроки, смогли выйти на новый уровень. Вот такие впечатления у японского мастера айкидо от третьего по счету визита в наш город. Такаши Куроки провел еще один мастер-класс для наших спортсменов. Чему учил на этот раз, видел Владислав Момот. Сенсей из Японии Такаши Куроки приемы показывает медленно, несколько раз повторяет. Каждый ученик должен увидеть нюансы и сделать правильно. Проходит под рукой Ирими Тенкан. Эта рука что делает? Что она делает? Правильно она держит. Это уже третий визит японского специалиста. Последний раз Такаши Куроки был в Риотове полгода назад. Все это время спортсмены оттачивали навыки. И новый прием называется котегайши. Основное это заднее падение. И это для защиты очень важно, что вы на улице даже падать безопасно, чтобы не травмировать. И как раз после тренировки увидели, что у них очень хорошо получается. Атака, защита, падения. Приемы, которые показал мастер, теперь нужно отработать в паре. У Юры Писарева уже большой опыт. В айкидо 2 года. Говорит, здесь сложнее, чем в других единоборствах. Но есть свои плюсы. На карате там очень жесткие падения, а тут более мягкие падения. И там на карате еще более такие синяки будут, потому что удары очень жестокие. А здесь мягкие. Уроки специалистов из-за рубежа здесь не редкость. Через 2 недели ждут сенсей из Франции. Учить риотовских спортсменов будет Поль Мюллер. Владислав Момот, Алексей Золотарев для РТВ.